Громкий снаружи, мощный внутри, яркий смартфон High Screen Boost 3. Сила в музыке. Фокусники отдают своей профессии всю свою жизнь, и часто вместе с овацией публики фокусник может заполучить смерть от собственного же представления. Добро пожаловать, это 5 фокусов, которые закончились трагедией. В известном фильме «Престиж», который рассказывает о противостоянии 2 иллюзионистов, есть сцена, где герой Кристиана Бейла показывает фокус пистолетом, суть которого в том, что фокусника стреляет обычный человек из зала, а фокусник ловит выпущенную пулю. Эта сцена имеет историческую основу, так как много фокусников практиковали трюк с пистолетом. Самый известный случай смерти от такого фокуса произошел в 1820 году с польским фокусником и его женой мадам Делински. По сценарию, Делински должна была остановить не одну, а сразу 6 пуль. Стрелять в нее должны были солдаты, которых заранее предупредили, что пули будут холостыми. Но один заменил пулю, которая и убила мадам Делински. Тодд Грин часто выполнял свой фокус-трюк, во время которого он ходил по крылу летящего самолета. Но в день своей смерти на авиашоу, на котором он выступал, он представил новый трюк, суть которого заключалась в том, что Грин перебирался с крыла самолета на лыжи вертолета и обратно. Разумеется, выполнял он это все без страховки, надеясь только на свои способности. Во время выступления Грин несколько раз перебрался с крыла самолета на вертолет, после чего повис на лыжах, а вертолет начал выполнять опасные трюки. Тем не менее, Грин смог удержаться, но когда он перебирался с вертолета обратно на крыло самолета, сильный ветер сбил его, и он упал с большой высоты. За его падением наблюдала многотысячная толпа, которая решила, что это все часть шоу, но Грин упал с такой высоты, погиб по-настоящему. Доктор Хенсли был стоматологом, и он, как никто, знал, что не стоит совать в рот всякую гадость, тем более острые предметы. Но помимо своей основной профессии, Вивиан Хенсли увлекался фокусами, да настолько, что изобрел свой собственный – глотание ржавого лезвия. Вся суть фокуса заключалась в том, что фокусник вместо того, чтобы опускать лезвие себе в рот, прятал его в рукав, создавая иллюзию, что лезвие у него во рту. Видимо, забывшись, Хенсли по ошибке засунул лезвие себе в рот и, конечно же, получил серьезные раны. Несмотря на то, что его успели доставить в больницу, и врачи даже смогли провести несколько операций, найти лезвие так и не удалось. И фокусник Хенсли погиб. Фокус, когда иллюзионист выпутывается из смертельной рубашки, очень популярен среди магов и иллюзионистов и часто модернизируется различными способами. Новую вариацию выпутывания из смертельной рубашки придумал в 1930-м Чарльз Роуэн, или известный более как маг Карр. Новый фокус заключался в том, что Карр лежал на дороге в смирительной рубашке, которая была прикована цепями к земле, и он должен был выпутаться до того, как его переедет машина. Но Карр переоценил свои силы, так как уже через 30 секунд после начала фокуса машина, которая разогналась до 72 км в час, переехала ногу фокуснику, оторвав ее. Еще чуть-чуть, и иллюзионист бы смог выбраться из рубашки. Карра отправили в больницу, где он и умер, но перед смертью успел снять все претензии с водителя. Фокусник Дженеста, или как его звали в быту, Ройден Джозеф, славился своим коронным фокусом, а именно высвобождение из бочки с водой. Кстати, трюк, когда фокусник высвобождается из какого-нибудь сосуда жидкостью, распространен так же, как и фокус ловли пули или высвобождением из смирительной рубашки. Ну и несчастные случаи тоже довольно часты, как и случилось с Дженестой, когда он в очередной раз залез в бочку с водой, он не смог из нее выбраться и погиб. Причина была в бочке, на которой оказалось несколько вмятин, которых не заметил Дженеста. Эти вмятины помешали фокуснику двигаться, и он не смог из нее выбраться. Но из-за этого случая трюк с высвобождением из бочки с водой стал считаться опасным, и фокусники выполняли его не так часто. Я уверен, среди моих подписчиков есть фокусники или даже волшебники и маги. Они с легкостью обеспечат мне кучу лайков под этим видео. На этом все.